Всем привет! Сегодня в качестве дополнения к чаю предлагаю приготовить очень простые в приготовлении треугольники из лаваша с абрикосово-ореховой начинкой. Очень хороший рецепт, когда хочется приготовить что-то быстро и нет времени готовить что-то более сложно. При этом начинку можно менять по своему вкусу и наличию ингредиентов. Сразу займусь лавашом. Его нужно порезать на прямоугольники, размер которого будет зависеть от того, какого размера вы хотите получить треугольники. Я порезала свой лаваш на листы размером 13 на 16 сантиметров. Грецкие орехи предварительно слегка обжаренные, я сложу в полиэтиленовый пакет и с помощью скалки измельчу до состояния средней крошки. Добавлю их к абрикосовому джему. Все вместе хорошо перемешаю. На заготовку из лаваша тонким слоем намазываю начинку в форме квадрата, таким образом, чтобы снизу оставалась пустая полоска. Много начинки не кладите, иначе во время выпечки начинка может вылезти из треугольника. Один край лаваша с начинкой складываю, чтобы получился треугольник. Полученный треугольник с начинкой сверну еще раз пополам. Пустую полоску без начинки подогну, чтобы содержимое не было видно. Аналогичным образом сформирую остальные треугольники. Все треугольнички я сложила на противень, застеленной бумагой для выпечки, смазанной маслом. Чтобы во время выпечки треугольники не подсохли, получились более вкусными, аппетитными, смажу каждый сметаной. Выпекать буду в разогретой до 180 градусов духовке до румяности. Быстрая вкусная выпечка готова, можно подавать к столу. Треугольники хорошо подрумянились, снизу лаваш получился более хрустящим. Я разрежу один, чтобы показать, как выглядит треугольничек внутри. Тонкий слой лаваша, сладкая с орехом начинка, чем-то напоминает по вкусу восточные сладости. И мне остается вам пожелать приятного аппетита, всего самого доброго и до новых встреч на видео.